Полицейский, пристегнуться не хотите? Ну и что? У меня зафиксировано, как вы там ехали. Да и без разницы, вы движетесь, значит, должны быть пристегнуты. Полицейский, вы прям под знаком встали, 3:27. Представьте, пожалуйста. И уж, коль на то пошло, не иди, а идите. Что-то вы слишком севандерский. Нет, не стоп-хам. Но все вот эти машины, в том числе и ваши, сегодня будут оштрафованы на 3000 рублей. Вот. Да. Парковался. А? Я что, купить парковался? Ну, слушайте, вы уже говорите, идите что? Отсюда, идите что отсюда. На аварийном знаке, видите? Что? На аварийке. На аварийке? Да. Ну хорошо. Ничего страшного. Фамилию можно узнать? Нет. Нет. Отказываетесь, да? Да. На жалобу на себя хотите получить? Кстати, 5-й пункт 5-й закон о полиции. Вы обязаны. Все. Вам все равно, да? Да. Серьезно? Да. У вас совесть есть вообще? Нет. Граждане вам платят зарплату, чтобы вы не нарушали, чтобы вы пресекали на правонарушение. Зарплата, сколько у вас зарплата? 40 000. А зачем вы тогда пошли служить, если у вас не устраивает зарплата? Другой работы нет. Другой работы нет. А зачем вы присягу-то отдавали? А? Явно не тебе объяснять. 02-5-3-29. Пристегнитесь. Не тебе объясняю. Хоть по-человечески, ну пристегнись. А, молодец. Семь, шесть, два, три. Отлично. Вот туда меня сегодня еще не посылали. Товарищ, в армию тебе надо пойти. Как Петя понял. Угу. А с чего ты взял, что я не служил? Ну вот западло, чтобы пристегнуться. Ну что за дела?